камера. Сейчас будем ловить поклевка в онлайн режиме. Я только включил сейчас, потому что поклевки начались. Ну давай. А как камеру включаешь, не хочет. Да, это точно. Опа, есть! Тихо. 43. Тихо. Это был последний зачетный судак в этой стае, и стая закончилась. Тронул кто-то. Все? Затихло. Опа! Есть маленький. Может, подходит, знаешь. Может, крутится, крутится. Вот. Это был драгон с глазками. Далеко бросать не будем. Именно похоже на то, чем рыба питается. Сейчас посмотрим. Палочка Blackfire. Не Blue, а Blackfire. Вот смотри, подтащил,
и не хочет ее брать. До захода? Не, ну еще далеко солнце. Взял. Новую рыбку взял. Ну, очень маленький. Опа. Ну, полностью глотнул. Представляешь? Полностью, всю. Опа. Потереть. Ловись. Один зачет есть, и все. Уже приманки ставим побольше. Все равно. Ах, блин, сошел. Раз сошел, теперь он брать не будет. Раз сошел, теперь он брать не будет. Зачет. Влад, зачет. Как всегда, когда надо, чтобы камера была включена, она не включена. Хорошая рыбка, приятно, тихо. Тихо. Давай я тебя спокойно возьму. Вот так.
Долго я его мучил. Вот так. Ну вот, получилось наконец-то. 5 раз он клевал. 1 раз даже вроде бы посидел. И потом все-таки взял приманку, как надо. Сейчас лодка развернула, и меня сдвинуло совершенно в другую точку. Совсем другую точку. Удилище флагман 2.10 длина до 15 грамм и старый, старый добрый Certate. Третий.